Трагедия неизбежна, и чаша нашего терпения не безгранична. Это, пожалуй, самые яркие заголовки в турецкой прессе сегодня, в том числе и так же, как «Игра с огнем». Именно так называют российское вовлечение в сирийскую кампанию здесь, в Турции. Президент Турции Раджеп Эрдоган уже предупредил, что Россия, продолжая авиационные удары по позициям Сирии, может потерять очень хорошего и дорогого партнера, в том числе Турции. Дело в том, что в Турции российская политика в Сирии вызывает огромное негодование. Все ссылаются на то, что Россия бомбит не позиции ИГИЛ или ДАИШа, а позиции именно тех сил, которые сражаются против правительства Асада. В разговоре со мной представители этих оппозиционных группировок уже показывали и видео, показывали документальные доказательства о том, что Россия якобы применяет кассетные бомбы в отношении гражданского населения. Вчера ночью по турецкому телевидению шел репортаж о том, что были разгромлены некоторые участки территории, где живут этнические туркмены в Турции, где находились позиции сирийской оппозиции. Гражданское население, несомненно, в Сирии несет большие потери от российских авиационных ударов. Прямо на границе с Сирией есть турецкий город Кирич, куда уже стали привозить раненых, которым открыт доступ перехода границу в Турцию. Как мне сказали, больница уже переполнена.